Приветствую вас на моем канале. Снова то же место. Будем добивать. Вот по дороге нашел какой-то предмет. Похоже на свисток. Он то ли свинцовый, то ли алюминиевый. Свистелик. Прикольный. Ни разу не находил таких. В коллекциях. Вот, друзья, и первый сигнал. Я нашел кругляшок. Почти наверху. Боротос. Да, погоня. Великое княжество Литовское. Так, сохран. Не очень. Похож на Бабу-Ягу с короной. Ладно, берем. Снова был сигнал. Сигнал был такой ужасный. Короче, больше черного, чем цветного. И то непонятно как. Перемешку. Так обычно кресты звенят, если рядом есть чернина. Такой вот выпал мне крестик. Где-то рядом с теми местами, где я находил эти два побольше. Гнутый, правда, мелкий. Может, здесь какая церквушка стояла? А, ломается. Ладно. В копилку. Выкопал еще одну находочку. Пришлось две ямки копать. Где-то, блин, вообще сбоку оказалось. Наверху лежало. Что за монитос? А, советы. 2 копейки. 85-й. Год. 85-й. Возьмем. Ладно, продолжаем. Вот нашел сильно хороший сигнал. Решил заснять. 79-80. 81. Может быть, кусок от чугунка. И не глубоко. В кучке. О, нет, это монет, деньга. тысяча семьсот тридцать девятый год. Состояние, как обычно, или убитая, или вот такая. Отлично. Уже медики пошли нормально. Копилку. Какие-то птицы полетели. Аисты, наверное.
А я тут в предвкушении хорошего сигнала. Высоко, правда? 75. Это уже не медь, может быть белон. Да, офигенный белон. Крышка от банки. Ветер сегодня холодный, ночью было где-то минус 5. Вода в машине, в бутылке замерзла почти полностью. Вот сигнал был. И нашел я буратосика. А, это уже август 3 вроде бы, толстый шелек. Шелек. Видно, что это тут корона, гербы. Чел на коне, там еще что-то. Отлично. Копилку. Вот у комрада находочка веселая. Такой вот крестик серебряный, тонкий, с цепочкой. Какая-то там проба современная. Еще что-то на нем висело. Какой-то, может, еще один крестик. Или, может быть, иконка. Прикольный, мелкий такой. Отдаем владельцу. Ну вот очередной сигнал. Сигнал где-то 66-71. 62. Ах, точно не медь. Нет, чермет превратился. Такой сигнал не может быть черметом. Где-то завалился. Ага, монета все-таки. Все-таки монетос. Так, двуглавый орел. Деньга уже какая. Денежка, вернее. Фу. Деньга. Нет, один грош. Один грош польский. Польский. Что-то написано. 1817. Да, отлично. Отлично. Хорошая патина. Берем в копилку.
О, ветер усиливается. Ладно, буду говорить чуть громче. Сигнал нашел. Так, звук добавить. О! В общем, где-то тут сигнал был 70. Четкий сигнал. Что-то тут. Монитосик. Да. Снова хорошим сохранением вроде бы. Снова грош. Да, но сохран уже, конечно, поживее. Грош польский. Краков. В Меджи Краковский. Что-то в этом роде. Отлично. Ну вот, друзья, откопал еще какую-то находку. Находка необычная. Какая-то пуговица была позолоченная. Правда, ушко отломано. Сзади надпись какая-то. Но пуговица массивная. 598. А спереди какой-то герб с топором. Щит с топором и короной. Интересная пуговица. Такие находки сильно радуют. Непонятные. Надо будет поискать, посмотреть, что это. Что это за она? Копилку. Очередная находочка. Не думал, что это будет что-то хорошее. Сигналило, как пробка. А это оказалась иконка нательная. Католическая. Наверняка. Горело или что-то в этом роде. Что-то налипло на нее. Образ, надпись. Надписи на латинице. Годится в копилочку. Вот рядом возле иконки еще нашел сигнал. Сигнал был двойной, сразу было понятно, что кольцо. Обычное медное поломанное кольцо. Смотрим дальше. Дело близится к обеду. Вот новый сигнал. Прямо на кусте травы. Пятьдесят шестьдесят. Возможно, пробка. Но мы это проверим. Ровно 60. Шмурдяк вываливается.
Так, что-то где-то не слышно. Блин, не найти. Вот это пироги. Монета все-таки. Боротос. Убитый Ламину. Да. Как Алик. Сходили, пообедали. Сейчас она уже на сытый желудок. Первая монетка. Как обычно, Буратос. С польской курицей. Копилку. Одни баратинки вылезают из земли. Что-то сегодня нет других монет. Какой-то бракованный. Смещено в сторону. Подделка. Два раза штампованный или чего? Берем. Снова Буратос. Сколько можно? Когда пойдут монеты? Побольше у номинала, чем Буратос. Солит, солит, солит. Какой-то он побитый. Жизни туда же, в копилку. Ну и как вы думаете, какая монета? Конечно же, солид, он же Буратос, он же Буратино. Какой-то интересный. Серебряный, что ли? Они нифига не Буратино. О, это этот, блин. Как его там? Забыл, блин. Буква С русская и G. Это серебро должно быть. Что тут написано? Не разобрать. В общем, тут будет надпись. Что это такое? Чё оно? Все подробненько. Вот это да. Нормально. Копилку. Хожу кругом вокруг той монеты серебряной. Тут мошкары немерено летают. Напрягают. Так, нашел сигнал.
Сигнал, ну, очень высокий. Тридцать девять сорок. Может, даже пином достану. Вполне. А, пугается. Гладкая, медная, без патины. Почва такая, наверное. Берем. Тут же пуговица и рядом следующий сигнал. Этот уже 54-60. Возможно, и пробка. Будем думать, что там. Вот когда не ожидаешь, они обязательно серебрушки выпадают. Монета какая-то. Да. Дальше, дальнейшие буратосы пошли. Одна была какая-то затесалась, серебрушка. Ну что ж, берем и ищем дальше. Вот нахожусь у старого русла реки. Тут она, скорее всего, и проходила. Вот нашел сигнальчик. В болоте, блин, почти. И это запонка. Сохранилась в этом безвоздушном пространстве. Достаточно неплохо. Как новая. Наверное, стирались тут или что тут делали, купались и потеряли. Блестит. Коллекцию. Все там же копаю. Нашел сигнал. И копнул его. Советы. На поле только один совет нашел. Там одна копейка зачуханная. А здесь, о, даже цепанул. 5 копеек. Вогнутые. 1949 год. Да, игроманы вогнули монету. Берем коллекцию. Вот выкопал какую-то крышку с надписями. Риги. Надо читать. Непонятно что-то. ЕУАСЗ. Польская что-то. Какой-то значок. Прикольно.
возьмем, поинтересуемся. Ну все, поперли советы. Вот копнул только что. Пятнарик, год не разобрать. Заросло все. Фиг его знает. Какой-то год. Тысяча девятьсот. Надо чем-то ковырнуть. Тридцать шестой или какой? Или 56-й? Сорок шестой год. Берем. По самому болоту лажу. И вроде как масонская копейка. Сильно тереть не буду. Ну, очень похоже, тоненько. Да, сзади масонский орлик. Лишь бы не сгнила, а так нормально. Берем. Сигналило очень хорошо. Даже слишком. Ладно, ходим тут. Вернулся на то место, там где нашел серебрушку. И снова какой-то сигнал. И снова что-то вроде баратинки. Тонкая и зачуханная. Да, буратос. Гнутый какой-то, расплющенный. Такой вот буратосик. В копилку. Вот такая вот находка. Такая находка оказалась на свет. Как я думаю, это какая-то набойка на каблук. Тут прибивалась или прикручивалась. Чтоб не снашивался. Ладно. Цвет мед. 14 МГ. Ищем дальше. Сегодня буратинкин день. Все вылазит, вылазит эти буратины. Так, что здесь у нас? Версия. В общем, с курицей. Буратос с курицей. Забираем в копилку. Вот был слабый сигнал, слегка копнул, сигнал стал такой, как надо. 75. Ох, что-то хорошее. Аж переливается.
Маленькая, что ли? А ёпсель-мопсель. А я-то думал, что-нибудь большое Николашкино. Николай Первый. Полушка. 1850 год. Охраня. Такая пуговка. Классная монета. Звенят они так, как будто, блин, шайба. Идем. Вот итоги сегодняшнего копа. Так. 5 копеек у нас 49 года. 15 копеек у нас 46 года. Это Буратос. Буратос 1, Буратос 2, 3, 4, 5, 6. Это серебрушка раньше Буратоса. Потом полушечка какого там года. Я забыл. Сейчас гляну. 1850 года. Пуга какая-то простая. Запонка. Потом деньга какого-то там года. Блин. Еще и в песок. Потом грош польский, грош польский. 2 копейки. Тоже какого-то года поломанный крестик. Буратос, Буратос. Потом иконка нательная. Потом такая штука, пуга интересная. Потом грязный. 1 копейка масонская. Ну как бы вот и все. Все пироги. В общем, ждем следующих свободных деньков и выезжаем на коп. Подписываемся на канал. Все, всем пока. До новых встреч. We'll be right back.